Главный городской фонтан постепенно выходит из зимней спячки. Осенью над ним сооружают конструкцию, которая защищает все высокотехнологичные системы от ветра и снега. Пришло время ее демонтировать. Без малого полгода фонтан простоял вот под таким синим брезентом. Его убирают первым. Следом идет водонепроницаемая фанера. Ну а напоследок убирают уже и основные несущие конструкции из деревянных балок. Полностью фонтан откроют только через несколько недель. Однако уже сейчас можно заглянуть внутрь и увидеть очертания пензенской достопримечательности. В этом году фонтан впервые открывает МУП «Зеленое хозяйство». Отныне эта организация будет заниматься его консервацией и расконсервацией. По словам рабочих, которые занимаются демонтажем защитных конструкций, объект перенес зиму без видимых повреждений. Саму чашу мы открывать не планируем в ближайшую неделю. Вот, то есть открываем торцы для того, чтобы не было факта вандализма, скручивания форсунок и тому подобное. Мы сейчас демонтаж проводим с сохранением конструкции, то есть данная конструкция переедет на хранение на территорию зеленого хозяйства города Пензы и будет использоваться в дальнейшем. После демонтажа защитной конструкции специалисты проведут все необходимые пусконаладочные работы. Они начнутся 1 апреля. Ожидается, что полностью расконсервация объекта завершится в 10-х числах следующего месяца, а вновь запустить его планируют в начале мая.